Уже третий год подряд кафедры Высшей школы экономики и управления совместно проводят международную научно-практическую конференцию. В ней участвуют не только научные деятели, но и ведущие практики в этих областях. Так, одним из первых спикеров был Сергей Епифанов, первый заместитель начальника Челябинской таможни. Он выступил в объединенной секции с докладом об актуальных проблемах в таможенном регулировании. Вопросы очень актуальные. Нам было интересно послушать других докладчиков, связанных с экономической безопасностью и еще ряд тем. Наша служебная деятельность пересекается по ряду вопросов и с экономической безопасностью. Это непосредственно связано. Мы напрямую таможенные органы осуществляют защиту экономической безопасности Российской Федерации. Это наша прямая функция. Конференция будет проходить 15 и 16 февраля. Второй день конференции будет разбит на две части. Отдельно работа секции по таможенному регулированию и отдельно работа секции по экономической безопасности. Подробнее о конференции смотрите в следующих выпусках.